Только трус не играет в хоккей. Во Владимире в рамках всероссийского хоккейного сезона 2016-2017 состоялось традиционное открытие шестого сезона ночной хоккейной лиги. В этом году, кроме дивизиона 40+, в соревнованиях примут участие команды дивизиона 18+. Это предполагает, что в команде могут играть игроки, у которых есть маленькое спортивное прошлое. То есть они или в ДЮСШ они занимались, но не играли в командах мастеров. То есть они не пошли выше по своей профессиональной стезе, но и желание играть, и вот им предоставляется этот формат. География команд разнообразна. В соревнованиях примут участие спортсмены из Александрова, поселка Мелехово, округа Муром, Гусь-Хрустального и Владимира. В составе дивизиона 40+ выступят 6 команд, а в составе дивизиона 18+ – 4. Александр Зайцев, главный судья ночной хоккейной лиги, рассказал о сложностях судейства в любительском хоккее. Специфика такова, что мы играем по международным правилам и по правилам ветеранским. То есть мы играем без пробросов, в отличие от всех. Играем без силовых приемов, чтобы люди могли не получать большие травмы. И играем единственное, это грязное время. Вот в чем в основном специфика судейства. В первом туре уже сыграли в ничью русичи и рекорд. А команда «Атлант» со счетом 5-1 превзошла «Химик». 22 октября состоялся второй тур. В дивизионе 18+, владимирские русичи встретятся с «Химиком» из Гусь-Хрустального, а «Атлант» из Мельхова сыграет с рекордом из Александрова. В дивизионе 40+, встретятся «Полярис» и мельховский «Атлант», «Форум» и владимирские «Львы». Борис Пучков, Игорь Липский, Стас Трегубов, «Губерния-33».